Всем доброе утро! Я в капюшоне, укутанная, иду в магазин. У нас сегодня похолодало, шел снег. Сейчас он прекратился. Но так свежо прям на улице. Я пошла в Glory Jeans, которая здесь рядом, и в Кари. Это два магазина, которые такие сетевые, в которых что-то интересное бывает. Больше здесь в Саянске такого ничего нет прям. Ну, либо они находятся где-то там. Вот, а здесь мне очень близко сходить, пока мои дома играют. Вот торговый центр Скиф. Здесь вот есть эти два отдела. Хочу дочь посмотреть какой-нибудь свитерочек. Тепленький водолазку, может быть. Вот, и... Что еще я хотела? А, ну если мама там мне еще скажет кое-что взять, то может я зайду в другой еще магазин. Пока мама молчит. Не отвечает на работе. Все, я пошла. Ну что, первым делом я зашла в женский отдел, подумала, что среди новой коллекции, может быть, что-то посмотрю себе. Хотя на самом деле особо ничего такого мне и не надо, если только, может быть, какой-то новый свитер на зиму я бы купила. Или, может быть, костюм какой-то утепленный. Ну вот, знаете, как обычно мамы зимой утепляются в какие-то толстовки, в теплые трико или какие-то спортивные брюки. В общем, посмотрела вот новая коллекция как раз. Немножко цены для вас поснимала. Может, кому-то интересно будет, что сейчас продается. Ну и, конечно, зашла в мужской отдел. Не смогла пройти мимо футболок. Коли глянула. Но, знаете, меня удивило качество. Очень плотные футболки, хорошие свитшоты. Я вот не знаю, как быстро они скатаются, но цены, конечно, вот такие. Мне еще понравились там брюки, я смотрела, джинсы, разные джемпера. Ну и вот, наконец, добралась до детского отдела. Сколько там красивых кофт. Разных платьев, все на зиму, все такое тепленькое, мягкое. Цены, конечно, тоже не совсем низкие, но вот это платье мне понравилось тем, что оно такое в рубчик, но очень теплое, плотное, то, что нужно, если вот захочется одеть в прохладную погоду. Ну и вот эти вот кофточки мне тоже понравились, но я пока ничего не купила, думаю, еще посмотрю в Иркутске что-нибудь. Трабл. Подпустила колесо, то, которое надо клеить. Приезжал я вот недавно на этот, на шинку. Я отметил осенью, откуда немножко шипело. Не шипело, там пузырьки шли. Отметил, приехал, говорю, вот здесь он накачал. Вроде бы посмотрел, а типа ничего нигде нету. Понятно все с тобой. Ленивый какой-то попался чувачок. Сейчас вот поездили 5 дней и колесо опять спустило. Сейчас качаю. Кстати, всем привет. Я ж не поздоровался. Там вон Варюха у нас гуляет уже. Иди сюда. Иди сюда, Варюха. На улице у нас свежо. Сейчас накачаю до 2,5 атмосфер. Наверное, все сейчас качну 2,5. Или 2,2. Но как-то она это желеобразно себя ведет на дороге. Сделаю побольше давления. И поедем мы на заправку, а потом на дачу. Давай. Кормить собачку-то. Ну все, в принципе, думаю, хватит. Буду другого качать. Давайте. Ну что, Валюх, подзамерзла? Качнули мы колесики. Опять кнопка глючит. О, заработала. Бывает, не хочет срабатывать. Нажимаю. Оп, со всей силы нажимаешь, нормально. Эти нормально. Менял вот недавно. Ну как недавно, год назад. Заказал еще комплект. Ну вот верхняя не хочет работать. Вниз нормально, а вот вверх только с усилием. И то не всегда. Короче, надо менять кнопку, да, Варюха? Замерзли. Там немножко хавушки. Той собачки, и там на даче еще лежат котлетки какие-то. Ладно. Поедем мы на заправку. Горит бензин. Все, я заправился до полна. И у нас начался снег. Красота. Варюха уже бай легла. Да, снег, снежок. Ну, на камеру что-то не так сильно видно. Давайте попробуем ополоснуть. Может, будет лучше видно. А,
так чуть-чуть совсем. Но впереди видно такой туманище, типа, ограниченная видимость. Вот сегодня вечером все уже. Через 6 часиков поедем в Иркутск. Би-би-би-би. А сейчас мы едем на дачку. Да, Валюх? Валюшка, обиженка. У нас там сзади еще телевизор лежит. Вчера я его разбирал, смотрел, что не так с ним. Проблема, короче, что-то с цифровым, получается, модулем. На цифровые каналы плохо принимает сигнал. Ну, сначала поработает, поработает, потом отрубается. Типа нет сигнала. Аналоговые, в принципе, показывают, как ни в чем не бывало. Ну, я поковырял вчера его, снял главную плату, шлейфы перетыкнул все. А, вроде потом заработал нормально. Ну, посмотрим, будет работать, не будет. Как люди тут резко подъезжают, перекрестком прям. Все, снег почти кончился, рассвет, солнышко. Ладно. Поехали, Варюха, да? Ох, а в лесу так как красиво, медленно снежинки падают. Не знаю, передаст камера, не передаст, но глазу так приятно. Прям еле-еле так парят. Да, скоро зима, а так хочется лето уже. Все везде уже посерело, пожелтело, листочки все опали. О, облепиха. Облепиха еще есть. Да, красота, осенняя красота. Дорожка, правда, все дребезжит в машине. Надо шумку торпеда делать. А то только все звуки оттуда идут. Будем ехать дальше. Ну все, мы приехали. Вая, какие черные стали. Давай, Леха. Давай будем открывать калитку нам. Что хочешь, перекусить? Это не для тебя. Варюшка, закакушка. Че, песель, кушать хочешь? Скажи, конечно хочу, конечно хочу. Пойдем, твое. Харчо возьмем. Это себе. Пойдем греть тебе. Ням-ням. Варя, ты что, владение пошла свое осматривать? Ты где? Варюндя. А, вон уже там шарится. Это коза какая. Пошли. Че, собаки? Варюшки, тут немножко крышка поехала. Надо давай убегать от меня. Аж до огорода, он туда до картошки убежала. Так, взял я картошечки нам. Картошки Натальи Семеновны, капусту Натальи Семеновны и посуду заберу собачью, чтобы помыть. Песель вон вовсю ням-ням делает. Мы пойдем грузиться. Да, Варидзе? Цискоридзе. Ой, как печально нашему стеклу защитному на камере. Вы бы знали. Сейчас на солнышке разглядел. Ужас. Ладно, поехали. Были грязные и стали чистые. Все, помылись. Чтобы не было лишней грязи, чтобы не мараться. Ну, тут чуть-чуть, конечно, есть такое. У нас был облив, да, Варюха? Посидели на моечке, подождали, пока обольют, и поехали. Брал самый дешман без обтирки. Чисто вот облить, покрыть пеной, смыть. Что-то там у меня в боксе, походу, болтается, шароборится. Потому что поворачиваю направо-налево, у меня шик-шик происходит. Вот такие же мы чистые были только что. Только не сухие. А сейчас намного чище. Все, заворачиваем в двор. Баба пришла, да? Води. Да? Я холодная, солнце. Ладно, холодная. Сейчас я ручаю. Что я купила, в общем, покажу вам. Заходила я еще в Fix Price и нашла там вот такие вот интересные салфетки. Купила нам обновить, вот две штуки взяла. Ну, вообще хотела что-то типа однотонного, но
самые светлые, что было, вот эти. Ну, в принципе, понравились. Посмотрю, как они будут смотреться. Вот взяла еще пасту, у нас заканчивается. Тут Эвелина ее уже открыла. И носочки себе купила теплые. Все, еще купила детскую пасту. Я ее найти не могу. Куда мы ее дели? В общем, где-то Эвелина смотрела. Да. Так, мама отработала, пришла, сбегала в магазин. И уже готовит пирожки. Первое место по сказке заняли, скажи. Молодцы какие. Да. Поздравляем вас. Здесь вот осталось немножко. У мамы пирожки с картошкой и морковкой и луком. Такие вот пирожочки будут. Здесь уже готов плов. Как всегда, с собой у нас еда будет. Здесь капуста со свининой. Вкусняшки. Мне не надо будет готовить. Так, ну что, мы кушаем и уже выезжаем. У нас вот сегодня все, что вы хотите, называется. Да, любимка? Тогда завожу. Баба. Вот мама хулиганка, а? Через дочь теперь суют деньги. Пока-пока, баба. Пока-пока. И мы тебя любим, скажи. Пока-пока. Нет, я дочь просто говорю, что чтобы она не расстраивалась. Что у бабы есть занятия. Большую дитьку надо смотреть. Пока-пока. Да, мы уже в зиме. И мы тут уже на трассу выехали. Едем во всем. Ну-ка, фурой монгольской. Монгольской? Угу, доченька. Ты что, на выход собралась? Это двери так-то... не знаю. Что, мы уже дома. Эвелина ищет Бо. А мы его оставили у мамы. Ну, в общем, пусть маме он служит. Мы будем какой-нибудь новый подбирать. Там Коля вроде какую-то модель подобрал. В общем, мы все зашли. Эвелина, нет, нет, кричала. Не хотела заходить. Тихо. Давай я тебя раздевать буду. О, Варюшка, да? Сейчас будем шторы одевать. Как не заправили, уехали. Так, все, у нас где тут Бо, есть. Где Бо? Где Бо? У бабы. Ба. У бабушки Бо оставили. Нет. Не раздевать тебя, что ли? А почему? А, моя девочка, почему не раздевать? Так и пойдешь. Надо ручки помыть, раздеться, зайка. Вот, пойдемте посмотрим, греет ли батарея. Греет. Хорошо греет. Мы вот оставили, оба крана включили. Здесь получается батарея горячая. А там, в зале, мы ее не включали. Она у нас холодная. Но что-то мне кажется, что надо сегодня ее включить. Хотя бы на чуть-чуть, потому что мы привыкли там к такой духоте у мамы. И сейчас, ну, мы проветривали, конечно, да, но все равно там жарче. Но сейчас, наверное, надо включить, чтобы так чисто привыкнуть, а потом выключим.